Дагестан сохранил положительную динамику по основным социально-экономическим показателям. Об этом заявил премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов на коллегии Минэкономики региона. В частности, увеличились темпы роста промышленного производства, сферы услуг и строительства. Глава Кабмина отметил, в республике впервые в полном объеме реализована программа развития горных территорий. Так, господдержку получили более 200 заявителей на общую сумму 75 миллионов рублей. Вы знаете, что мы приступили к реализации 5 прорывных инвестиционных проектов, предусматривающих до 2030 года объем инвестиций на 510 миллиардов рублей. И здесь всем министерствам и ведомствам, главам муниципальных образований необходимо включаться в реализацию всех этих проектов. По проекту «Местные инициативы» в прошлом году профинансировали 128 проектов на общую сумму почти 900 миллионов рублей. Премьер-министр подчеркнул, ведомство должно ставить во главу угла территориальное развитие. Особое внимание необходимо уделить городам Дербент и Махачкала. Затронули тему увеличения налоговых поступлений в бюджет региона. Необходимо проработать вопрос развития промышленности с главами городов республики, отметил Абдулмуслимов. Но если не будет промышленности, у нас не будет налогов. Промышленность – это налогоемкая отрасль экономики. Пожалуйста, акцентируйте на это внимание.